Атомное сердце. Девочки и мальчики, продолжаю прохождение на сложности Армагеддон. Максималочка. Этот невероятный... Невероятнейший альтернативный Советский Союз. И признаюсь, получаю знатненько так пилюлей. Я скучал. А вы поддержите видео. И, друзья, у меня с канала стрима Мистер Кэт. Сейчас прохожу там Скайрим на максимальной сложности. На легенде, в режиме выживания, не качая здоровье, хочу пройти игру на 100% и выяснить, возможно ли это. Ссылочка в описании. Присоединяйтесь. Также там Хогвартс и еще в будущем много разных стареньких и новых игр. Активируйте березу ПК-4. Березу? Так, ну там мы были. Да. Жизни маловато, дай-ка я отхилюсь. Пошли. Березка. Березочка, вот она наша родимая. А, все, я понял. Понял. Получается теперь... Так, погодите. А у меня один. А был же и второй. Куда его дел? Сейчас дайте вспомнить. Я его случайно не вставлял? Нет. А, вставил. Один есть. Все, понял. Теперь я закрываю эту дверцу. И активирую. Березку. Интересно, под березовики. Ошибка. Неблагоприятные условия внутреннего микроклимата вегетативного генератора. Генерация электроэнергии невозможна. Чё-то не работает. Чтобы запитать главные ворота, энергии свеч оказалось недостаточно. Но их установка активировала механизм подачи спецполимеров в систему жизнеобеспечения березы. Система жизнеобеспечения имеет 4 основных направления. Поддержание оптимальной температуры, борьба с насекомыми. Короче, 4 тумбы, 4 колбы. Ага. 4 колбы нам нужно найти. Не, Вань, подберезовиков тут не будет. Увы. Нужна колба. Ладно, а где же искать эти колбы-то? Я что-то пока не понимаю. А, стоп. Это, по-моему, было... Закрыто, а сейчас открылось. Какие-то ленточки. Робот. Уничтоженный. Давайте, не спеша. Я в термоцехе часом не кремируюсь нафиг? Нет. Внутри лабораторных стендов термоцеха происходят технологические процессы, требующие повышенных температур. Но в помещениях самого цеха температура вполне комфортна. Ага. Ладно. Ладненько. Зайти не могу. Восьмой. А почему две? Да что ж я делаю? Палец не на ту, не на Alt, а на X нажимаю. Ух ты. Интересно, в каком же телеке настоящий, а? Опа. Я помню, когда-то, ну, был маленький, нашел магнит и прислонил к монитору.
моему удивлению, выскочили какие-то странные эффекты. И на том месте, где я прислонил магнит, появилось пятно, которое потом не убралось. Но зато я помню, как были рады этому родители. Ой, да. Мне кажется, у каждого есть какая-то история с детства. Ух ты. Это чё? Чертёж? Огненная кассета. И помню тоже, током меня в первый раз ударило как раз-то из-за телека. Что там сломалось, и мы заднюю крышку сняли. И мне что-то захотелось полезть, поклацать там что-то. И я понял, что не надо так делать. Давайте сохранимся. Оттуда мы пришли, и сюда мы идем. Пока тихо, спокойно. Твою мать, откуда взялись такие монстры? Это трупы погибших солдат, зараженные ростками побега. Но это не точно. Не точно, блядь? Серьезно? Это мое личное предположение. Раньше такого никогда не случалось. Охренеть. Как это произошло? Полагаю, после устроенного Петром сбоя побеги мутировали по неизвестным причинам. Какие милые цветочечки. Получается, это тот же самый Вовчик, да? Но только вместо головы у него цветок или нет? Ладно. Да или нет? Но будем готовы. Ко всему. Пойдем танцевать. Стоп. Это не то. А вот это вот то. Пожелайте мне удачи. С этими врагами я еще не танцевал. Ну, цветочек, давай. Не стесняйся. Не может пройти. Может, мать. Прям напополам. Ладно. Следующий. Второй раз не попал, видимо, да? В принципе, они проще Вовчиков. Вовчики так быстро не распадаются. Но не думаю, что нам вначале покажут всю их мощь. Чуть дальше, наверное, они раскроются, как прекрасный цветок, да? Какие-то химикаты. Напоминаю, храните производственную тайну и не обсуждайте работу дома. Помните, о, запись. Для членов комитета виновного в распространении информации также предусмотрено. Есть в этом какой-то кайф? Слышал, что они там в проращивании вырастили? Да говорят, то ли Венерина мухоловка, то ли борщевик огромный. Я так и не понял ничего. А никто не понял. Мелкий генетический сбой, и стало не растение, а чуть ли не хищная тварь. Они там из-за этого притащили целую цистерну ПА-400. Нет бы сразу зарубить на корню. Доиграются они там. Доиграются. Да, главное опрыскивать вовремя. Доигрались. Доигрались, да? Странно. Как будто тут кого-то видел. Показалось. А как отменить атаку, а? А вот так вот, Вань. Вон где он ходит. Ладненько. Что у вас тут по столам? По ящичкам. Давай, 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 давай. Высасываем все. Обалдеть. Еще даже все вот эти вот надписи. СССР. Все так четко видно. Какие же красавчики, а? Что-то ручечкой написали. Круто. Очень круто сделали.
Так, а туда я пока никак не попаду. Хорошо, хорошо. Да. Вон они, родимые. Вон они. Опа-па. Чё такое? Внимание. Открыта запись. В очередь на нерабочие выходные. Ебучие пироги. Дичи тут становится еще больше. Я не заметил. Ну давай, давай. Я специально присел. Специально. Воу, это чё? Ага. В эту жижу, которую они пускают или с них выпадает. Какой милаха, вы только посмотрите. Жесть. Нельзя ступать. Или стоп. Или это они плюются кислотой? О, боже мой. Ладно. Лутаем и по максимуму осторожничаем. Я постоянно забываю, если меня убивают, заново залутаться. Мне постоянно кажется, что я уже тут был. Потом ребята пишут: Вань, ты там чертеж не взял. Я же брал, а потом вспоминаю, что да, я сначала взял, потом не били, и потом я погнал такой. Эй, а как до тебя, дружок, добраться? Лутать тут нужно. Особенно мне. Потому что на максимальной сложности я хочу получать максимум своего оружия и снаряжения. Просто по максимум. Так, не та кнопочка. А какая кнопочка? А, Shift. Вот что я хотел сделать, ребятушки. Но... Отлично. Проверяем, что-то тут оставил. А, нижний. Да. Вот. Теперь прям хорошо. Шкафчик, а как к тебе попасть, дорогой? Давайте посмотрим. Эй, да ладно! Серьезно? Долазился Ванька. Ну давай, делай что-нибудь. Обалдеть, застрял. Вылез. Все. Я туда не лезу. Ребята, в очередь. Ай, хорош. Блин, да, их тут прям много. Я понял, они попроще. Когда мы сможем такие замки взламывать, а? По-любому ж сможем, да? Да сколько же вас? Много. И Сережу хотел сажать. Вот попал. Чё было? Напоминаю, перед прохождением ежегодного медицинского обследования от предприятия номер 3826. Чё-то остальные так не умирали. Я как будто его отравил. Ну да, у меня есть модификация отрава, но она это первый раз работала.
Не трогай телек! Ух ты! Фоточки можно посмотреть. Практически можно разобрать, что там написано. Ну, практически. Угу. Все столы. Лут-лут-лут. Лут-лут-лут. Залутаю. Помню. Помню, у деда был такой вентилятор. Так, 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 так. Тут комп есть. Отличненько. Пищевой полимер. Секретно. Идем дальше. Осторожненько, но идем дальше. Давайте. Хильнемся. От греха подальше. Проверяем. И как же тебя... Опа-па. А там робот. И тот робот обычно на нас не нападает. О, там и вовчики ходят. Ох, крутая локация. О, не заметил? За толпой прям. В очередь, сукины дети. В очередь! Иди сюда. Да, два удара мощных. И прям хорошо. Эй, послушайте, можете добить меня, пожалуйста? Да что такое? Может, медиков подождешь, а? Каких медиков? Всему предприятию, извините, кирдык. Спасатели будут еще не ясно, когда больно мне сейчас. Все равно ходить уже не смогу. Чего ты взял? Так, подождите. Получается, он уже мертв, да? Чего ты взял, что всему уже кирдык? С чего ты взял, что всему уже кирдык? Если бы это было так в Вавилове, то здесь бы уже были специалисты из других комплексов. Это теперь везде. Вывод очевиден. Может, можно как-то поднять это? Может, можно как-то поднять это? Погоди. Со мной трое бежали. Уже пытались, да не смогли. Робот бы мог поднять. Да их теперь не попросишь. Угу. Ладно, дай подумать. Ладно, дай подумать. Вы только там не раздумывайте долго. Мне больно. Очень. Я еще практически ничего не понимаю. Как он лежит? Что нужно поднимать? Вот этот ящик надо брать, да? А, всю эту конструкцию, наверное, нужно поднять. Что-то напоминает. А, это просто как листочки. А как туда попасть, а? О боже мой, что это такое с человека красная? Кровь? Ладно, нам туда. А знаете что? Так как мы вроде недалеко, мы не сдаемся. Давайте, наверное, я вернусь и сохранюсь. От греха, как говорится, подальше. Плюс это все тут рядышком. Погодите. А, я думал, тут что-то пропустил. Не-не-не-не-не. Осужденному за несанкционированное распространение
хранения конфиденциальных. Так, эту дверь я открыл. Сюда я пробежал. Я забыл, да? Вот видите, как классно. Вернуться все-таки. Новые чертежи. Средняя капсула. А, ну да, я же мог делать только маленькие. Теперь могу и средние. Сохранение данных. Ну, у меня еще 5 маленьких, так что... Ой, кайф. Да. Это когда, ну погоди, зашел, по-моему, в избушку, да? На курьих ножках. Ой, какой же кайф было. И знаете, не было такого расписания. Попадешь на мультики, не попадешь, это уже как повезет. Это не то, что сейчас, ютубчик. Когда угодно вбил, и как-то не так стало, да, уже неинтересно. Ну, не так интересно, как это было ранее. Какой-то шарм пропадает. Ладно. Идем дальше. Высоким урожаем. Да, вот тебе и урожай. Какие-то письма. Ага, это у нас крутилка. Крутилочка. Надо просто-напросто поменять местами. А менять местами? Ага, вот так вот. Так, что-то не то. Повернуть. Повернуть. Не, надо поближе. А еще подальше, да? Вот так вот. Не, Вань, что-то не то. Чё-то я туда не хочу. Может, в другой раз, а, ребят? Я прям пятая точка чувствую. Сейчас что-то будет. Давай. Выставка в Москве. Минута задержки на обеденном перерыве. Эта минута украденная у народа. Это что за колобок? Такой! Черт, Жиха взбесилась. Час от часа не легче. Обычно это безобидный биологический робот. Фига себе безобидная! Особенно сейчас. Чем она нас может атаковать, кроме столкновения? Затрудняюсь ответить. К ТТХ этой модели у меня нет доступа. Лишь бы у нее к нам доступа не оказалось. Выражаю полное согласие с вашей позицией. Ладно, пошли искать колбу. Хоть двери в цех теперь искать не придется. Можно сразу через окно пролезть. А? И... Гетушки! Так, погодите, это она, что ли? Я к ней не буду подходить. Не-не-не-не-не. Вон там вовчики ходят. Пойдем с ними поздороваемся. Ой, молодцы какие, сохранялочка. Эх, покататься бы. Но страшно, страшно. Я, честно говоря, побаюсь моря. А вдруг так раз что-то случилось и все. Куда ни посмотри, везде конца и края нет. Да и при том, я был только, знаете, так, немножечко на катере, когда в первый раз еще на Азовское ездили. Хотя, говорят, круизы очень, очень круто. Отдыхать как раз-то в круизе. Когда там все включено, разные развлечения, и ты по чуть-чуть вот это вот плывешь. Так, ладно.
Давайте посмотрим. А это что? Динамо? Майор, оружие или способности? Давай вначале оружие. Вот у меня лиса, но не хватает. Давайте тогда шведа будем улучшать. Что у нас тут? О, могу, могу, могу. Третий уровень. Получаем четверочку. И четверка. А, нет, четверка недоступны. Сокрушающий удар. У меня такая крутилка. Знаете, вначале эта крутилка меня взбесила и даже думал, какого фига. Но сейчас это что-то совершенно новое. Ни в одной игре такое не видел, и мне нравится. Но улучшить я не могу. Не могу. А вот это вот рукоять. Тоже не хватает. Ладненько, давайте посмотрим способности. Доступ разрешен. Пушки. Так. То, что у меня прокачано. Персонаж. Ага, я еще путаю. То есть квадратик — это то, что взято. Видите, такая черная окантовочка. Это то, что я уже взял. А вот это вот. Во время применения способности рывок вы застрахованы от любого урона. Блин, хочу. Хочу. Ой, отличненько. А это что у нас? Способность к сопротивлению элементному урону. А тут? Встроенный в костюм медицинский блок эффективнее регенерирует ваш... Регенерирует? У нас что, есть регенерация? Или когда мы хилимся? Так, ладно, в любом случае, это прикольно. Так, интересно, что лучше взять? Сопротивление или регенерацию? Давайте вначале сопротивление. Вот, потому что получая много, мне что-то нравится ближний бой. А соответственно, если ближний бой, то будешь получать, Вань, больше. Давай так. Так, все, больше ничего не могу. А теперь можно сохраниться. Кайф. Посмотрим на странный пейзаж, маки и погнали. Тут, наверное, будет прикольно. Ай-яй-яй! Ай-яй-яй, гад! Гад! Где она может быть? Это Кул. Задел! Установка инсцентного полимера размещена на одной из этих платформ. Поищем. Никто? Больше не вышел? По мою душеньку. Килимся! Ну, пошли. Поздороваемся с другими вовчиками. Блин, парочка, да? Я думал, один. Вау, вот что такое? Нет. Поплыл. Нетушки. Так, стоп, а куда он упал-то? Ух ты, он прыгнулся от первого удара? Как будто прыгнулся. Как-то странно. Мне кажется, я получаю урон. Немножечко все-таки получаю, но... Так, а куда ж уплыл другой? Вот, наверное, да? Как далеко? А! Вань, так все видно. Чуть мне вначале показалось, не видно. Ладно. Пока держимся. Пока все хорошо. Хилимся. Тут можно немножечко путешествовать, собирать разные интересности. Но... Давайте вначале как-то... Вот то первый, это второй этаж. Именно его мы проверим более тщательно. Как-то не хочется, знаете, там втихаря пройти. Хочется зачистить все. Собрать все ресурсы. Это что, рис в воде какой-то? Это поливалки такие, да? Технология.
Ходят, ходят, ребята. Ага, заметил, вон он. Но сюда пока не дойдет. О! Обалдеть! Не было ж! Никого не было! Зараза! Давай! Давай! Да, они пригинаются. Черт, здесь нет кол. Наверняка ее можно найти где-нибудь поблизости. Установку нашли. Теперь ищем сраную колбу. Установку нашли. Так подождите. Нам же колбы нужно туда, в березку. То есть надо найти сначала сюда колбу, потом березку. Обалдеть. И это что? Окуньки, что ли? Слегка похоже, да? Хотя... какие-то они вытянутые. Ладненько. Лутаем всех. Вроде как-то более-менее еще. Я продержался... Что такое? А, вон он. Странные звуки, странные звуки. А где ступеньки, по которым я сюда вообще поднялся? А, вот они. Давайте точно так же. Так, туда близко не подходим. Это ёж тут, да? Это непонятно. А где? Где он же только тут ходил? Вовчик. А, вон он где ходит. Хм, странно. Мне казалось, он где-то поближе. Вов! Вов! Привет! Как дела? Не спеши. Не спеши, у нас есть время поговорить. Так, туда я не хочу. Вот просто-напросто не хочу. Там еще что-то. Ага. Получается, а вот и первый этаж. А почему? Оно не показывает. А просто красное. Так, ребятушки, мы к той штуке пода... Это что такое было? Я получил урон? Да вроде нет. А почему он кричал? Не знаю. Странно, странные дела творятся. Так, оттуда мы пришли. Хорошо. Понятненько. Странно, что нет лута никакого. Я думал, тут внизу будет много разного всякого. Но ничего. Надо внимательно осматривать. Опа-па. Так, дорогой, ты... Ага. То есть он не агрессивный. Но просто интересно, если я его уничтожу, я какие-то ресурсы получу? Ага, а теперь он... И он сильнее Вовчиков. Ух ты! Намного сильнее. Вот тебе и... Обалдеть! Он еще чем-то плюется? Так, друзья, все. Больше его не трогаем. Не трогаем. Я вообще не знаю, завалю ли я его вообще. Ну, вроде как, он, знаете,
рассыпается. Угу. Ну, в принципе, да, если хочешь больше ресурсов, то можно. Насколько больше? Оу. Зараза. Ага. Ремонтный вертолет. Это он его будет ремонтировать, что ли? Да. Не надо. Не надо. Их, по-моему, 3 штучки всего лишь. Но этот лазер, конечно же, с ним лучше не шутить. Второй летит. Второй. Как-то странно он летит. Оп. Ах, вот что это за штука. Ребятушки, оттуда эти коптеры вылетают. Теперь понятно. Теперь понятненько. Не надо. Обалдеть, они почти его отремонтировали. Посмотрите, как это прикольно смотрится. То есть что это получается? Если они его отремонтируют, я смогу еще набрать ресурсы, да, если его опять же завалю. Что-то мне не хочется. Вот честно, не хочу. Блин, как же это прикольно смотрится. Так, а где еще один? А, вот он. Знаете, по чуть-чуть, а ресурсы все-таки выпадают. Так, всего ж 3 должно было быть. А их что-то поболее. Пока-пока. И опять летит. Так, короче, ну его нафиг. Пойдем, наверное. Может, тут не 3. Может, тут 23 они летают. Не, ну а что? Бесконечные ресурсы, Вань. Хотел много ресурсов, получай. Что-то как будто где-то летает, но... Как будто застрял, да? Да, он, смотрите. Так, ладно. Пойдем дальше. Пока я не понимаю, где искать эти колбы. Но в любом случае надо туда наверх. Или сюда наверх. Ага, ходит еще один робот. Не, не хочу. Не хочу. Пускай ресурсы. Хотя с другой стороны. Он вроде не сильный такой, да? Пару минуточек помучиться, а потом можно прокачаться. Вань, подумай еще об этом. Ага, увидел. Вон, видите? Куда можно? Давайте пробуем. Ну, как-то там высоковато и далековато лететь. Такое ощущение, что я просто-напросто не долечу. Ну, пожелайте мне удачи. О, блин. Рывок во время прыжка. Нажмите левый shift во время прыжка, чтобы совершить дополнительный рывок. Спасибо. Спасибо. Ну, то есть, после таблички они не дали мне шанса сделать дополнительный рывок? Да вы серьезно? Так, погодите, а может мне нужно за эту балку зацепиться, а? Не выходит и все, ребятки. Воу-воу. Наверное, из-за того, что много фонариков, система подвисает, просто жесть. Так, ну тогда я в каком-то непонимании. Левый shift, да, я использую левый shift, чтобы выпрыгнуть с этого
Вот тут прям классно получается прыгать, да? Прям офигенно. А почему там не выходит, я... Я не знаю, ребятки. Вот не выходит и все. Я что-то не пойму. Добудьте колбу с полимером из альгоцеха. Наверное, колба где-то просто лежит вот там вот, да? А я тут бегаю и туплю. Опа-па-па-па, хорошо. Да вы серьезно? Да, туда можно просто... Они его отремонтировали. Интересно, он еще злится на меня? Да, злится. Злится, Вань. Красный значит злится. Вот дела. Так, давайте хотя бы эту секреточку возьмем, а? Если с той не получилось... Может, с этой получится. А почему эта табличка до сих пор? Как будто я что-то делаю неправильно, да? Как будто я должен сначала сделать, а потом она исчезнет. Вот. Сохранение. Спасибо. Полетели. А, она каждый раз просто, если план. Понятно, понятно. Получается где-то тут. Смещение. Еще один. Отлично. О, живой наш. Еще один? Здесь был кто-то до меня? Угу. Видите, он тело лежит неподалеку. Это Алексей Иванович, техник. Мы с ним как нас убили. Довольно неплохо болтали, только он минут 20 как потух. Пару каких-то реплик бросил, а там уж неразбериха была какая-то. А что значит потух? Что значит потух? Ну и сяк, закончился. Не знаю, как сказать, я думаю, это из-за вакцинации такое. Ну, что покойники болтают. Достаточно активность мозга, иначе как объяснить? А кто еще был? А кто-то еще был? Оглянитесь, тут много погибших. Не все разговаривают, но... Он Виктор Степанович, пациент. Соточек как упокоился. Товарищ он Полумбеков утром замолчал. Жалко, молодой. Все потухли. Я вот пока держусь. И вас это не удивляет? И вас это не удивляет? Как это не удивляет? Удивляет. Это очень занятно. Вы вот, кстати, если выживете, не забудьте об этом сообщить. Хоть что-то полезное из этого ужаса наука-то должна вынести, а? Ну да, чтобы и не вынести. Правдами и неправдами, верно? Ну уж, не любой ценой, если вы намекаете на мою излишнюю увлеченность. Но если уж возможность представиться. Голос плохо слышно. Ага, счастливо. Ага, счастливо. Ой, жуть, конечно же. И вот она. Такая колба подойдет? Судя по форме и диаметру, да. Теперь ее нужно туда засунуть. Не, Вань, не допрыгнешь, ты уже пробовал. Лучше так сделай. Отлично. Я тогда почесал. Процесс синтеза можно ускорить. Это радует. Как именно? Гигантские миксеры, осуществляющие перемешивание исходного полимера в резервуарах, насыщают вещество анаэробными бактериями. Этот процесс происходит с заданной скоростью.
Если скорость возрастет, процесс ускорится? Где пульт управления? Его нет. В нормальных условиях скорость процесса не варьируется. Но удар шока способен подать... Да ладно! Его нет. В нормальных условиях скорость процесса не варьируется. Но удар шока способен подать на их электромоторы повышенное напряжение. Осталось найти эти электромоторы. Ага. Найти электромоторы и стукнуть шоком по ним, да? Хорошо. Ну, как видите, я не могу успокоиться. Я знаю, что здесь можно допрыгнуть, а почему не допрыгивает мой герой, я не понимаю, потому что он бьется головой об ту... Ладно, все. Ну что, потанцуем? А давай. Как раз проверим, даст ли он еще нам ресурсы, а? Главное бить по два раза. И не втыкать. И отскакивать сразу. Как только он совершает атаку. Один раз только. Плохо, плохо. А он я там достал. И что? Не. Спасибо, не надо. Второй раз ресурса никто тебе не даст. Разве что. От этих ребят собрать. Вот это вот разве что. Серьезно? Все? Это того не стоило. Летают как будто бесконечно. Давай. Опа-па. А мы поехали. Да, поехали. Отлично. И теперь... Как только будем проезжать, наверное, нужно шарахать. Надо быть осторожным. Падать придется далеко. Можно ушибиться. Ушибиться? А вы оптимист? Работа так. А, вот так вот. Да, бодрячком. Сработало. Как красиво бассейн засветился. Обращаю ваше внимание. Нештатное воздействие на оборудование вызвало срабатывание ремонтного алгоритма. Ага, сейчас повылетают. Дроны-ремонтники и начну спрашивать, а что тут у нас происходит? Бай-бай. Засыпай. Отвали. Какая живучая, а? Погодите. Так, может, я сейчас смогу туда допрыгнуть? Ах ты ж гадина!
зараза! Почему эта фуникулерная хрень не может двигаться быстрее? Никто не предполагал подобного. Это был эльдарийский вопрос. Серьезно? Серьезно? А зачем сделали эту кишку прямо сюда, как будто... Вот зараза. Ну ладно. А, это ключ, по-моему, да? Да, что-то такое, помню. Так, только не помню, как его активировать-то. Стоять. А, вот. Почему тогда не появлялось? Ага. Ох ты! Нифига! Ребятки, откуда вы взялись? На мою голову! Чуть не завалили, а? Получайте бонусом! Обалдеть! Как они внезапно, а? Ой, хилься, Вань! Просто один удар! Так, так, так. Всего один раз был такой ключ, и я уже забыл. Получается, красный нужно сделать снизу. Это что было? Чуть непонятно. Ладно. Что у нас крутится? Крутятся у нас вот эти вот штуки, которые как раз-то лазер. Лазер. А, лазер нужно вот отсюда. Так, все, красный и... Так, стоп, а как два синих получить? До меня что-то не дойдет. Красный, красный. А как я вообще... Все, понял. Теперь меняем местами, чтобы синий был по центру. И получаем два. Возвращаться? Тут все? И никаких тебе хилок? Никаких тебе ничего? Ну как же, ты ж тогда сохранился, хватит. А, поехали дальше. Ладненько. Я готов. Веселые качели. Ох, две хилочки, Вань. Будь осторожней. Надо до конца доехать, там хилка. Точнее, там сохранялка. Тут как-то далековато. Даже страшно представить, что будет, если я упаду. Да. Осталось ускорить последний электромотор. Осталось остаться без патронов для большего комфорта. Отвали! Зараза! Ах ты ж гад! Вот зараза! Заполнение. Осталось 10 секунд. Так-то лучше. Кругло
кругом приятная глазу иллюминация и милые сердцу пчелки. Романтика. Нормально, романтика! Последняя килка! Вот это вот романтика! Сохраним за! Все! Колбу можно забирать. Колбу можно забирать, да? Да. Но вначале... Майор, оружие или способности? Давай, наверное... Расходники, и я могу... Сколько? Ага, только две. А если маленькие? То четыре. Давайте маленькие сделаем, а? Так, делать. Как создать-то? Ага. Что-то еще летает? Получается, все эти вертолетики, которые упали, из них, наверное, можно собрать какой-то ресурс. Да, но основная проблема найти. Блин. Ай-яй-яй. Хорошо. Так, с тобой уже здоровались. А вот те самые вертолетики, которые еще тогда позбивал. Но они еще шумят. Эй, что было, Вань? А я такой подумал, а вдруг тут есть? И такой, знаете, финт сделал. На самом деле нет. Это получилось как-то странно, случайно. Но, как видите, кстати. Так, тому роботу я больше не ногой. И теперь мне нужно забрать. Чтобы забрать, нужно просто-напросто наверх. Не думаю, что мне стоит заходить в воду. Просто-напросто сюда. Теперь вот так вот. Предварительно сканируем территорию. Там где-то валяется один, но... Я не буду уже забирать его. Где-то еще, еще. Я прям слышу. Сейчас убьет! Во, зараза, их плохо видно. Так, забирай, Вань, забирай. И это я получил только одну из четырех. Показалось. Ага, дверца открылась. Кстати, хилок больше нет. Хилок больше нет, Вань. Очень надеюсь, что тут сохранение. Какой-то брезент, опять же, много рыбы. Нет. И чё? А! Товарищ майор! Тебе есть что сказать по делу? Разве я в чем-то виноват перед вами? Почему вы срываете на мне зло? Извини. Твоей вины нет, я на себя злюсь. Из-за чего? Не вы убили Петрова?
Я убила его же оружие, агрессивно настроенный робот. Неважно, я должен был взять его живым, и не взял. Более того, Сеченов мне жизнь спас. Он мне вместо отца, сколько себя помню. А я его подвел. А сколько вы себя помните, товарищ майор? Ну, года два, может, чуть больше. После крайнего ранения я вообще мало что помню. Но я и до ранения его знал. Он мне вместо отца. Я в этом абсолютно уверен. Не спорю. Но нельзя же злиться на себя за то, в чем нет твоей вины. Конечно, есть. Я подвел Дмитрия Сергеевича в трудную минуту, когда он на меня рассчитывал. Теперь мне хреново от того, что он мною недоволен. Ну, как раз за это можно было бы не переживать. Это обычная ситуация. В смысле? В прямом. Академик Сеченов вечно всем недоволен. Ему не угодишь, как ни старайся. Его перфекционизм общеизвестен. Окружающие его разочаровывают. Да ну, это полная херня. Нейрополимерные перчатки не умеют обманывать, не так ли? Ну, да. Тут как-то акцентировали внимание на нашем персонаже, и мы помним только 2 года, что? Авторизация. Майор Петрий Нечаев. Доступ разрешен. Что-то странное. Что-то тут мутное, сразу, знаете. Так. 79. Что это? Твердыня. Сопротивление физическому урону увеличено. Вы знаете, может быть, как раз-то из-за этого я и выжил тогда, так что... Хочу! Посмотрите, у меня просто один остался, как хорошо! Здоровое тело, здоровый и дух. Знаете, как говорят? Так, получается, мы идем обратно. Мы тут уже были. Это что? А, запись? Пропустил. После войны проблема с курением населения встала особенно остро. Масло в огонь подлил и товарищ Сталин, который своей трубкой задал моду на табак. В результате мы имеем нездоровую тенденцию. Я предлагаю ввести в товарооборот опытный сорт табака. Он почти не содержит никотина и полностью лишен вредных смол. А главное, он постепенно вызывает отвращение к курению. В производстве сорт дешевый, им можно легко заменить обычный табак. И за 5-10 лет мы отучим смолить около 2/3 курильщиков в СССР. Интересная мысль. Интересная. Засияло деревце. Красиво излучает. Глаза радуются. Началась подготовительная фаза генерации электроэнергии. Прикольно. Прикольно. Так, ну что, куда дальше? А дальше, Вань, искать остальные 3. Я вот здесь один так и не нашел, да? Или нашел? Так, стоп, ну это сохранение. Давайте сохранимся. И, наверное, я на этом буду заканчивать. Не хотелось бы делать серии по 2 часа. О, ну как же хочется узнать, что там будет дальше. Прикольно, интересно. Разные локации, пока прям все очень нравится. Я еще даже себе прокачку не посмотрел, но посмотреть, что там качать. Ребятки, поддержите видео лайком, подписывайтесь. Да, вот это прохождение. Ну, пока нормально тянет. Хотя я боюсь, что когда я выйду наверх, у меня начнутся лаги, и придется подождать, пока я насобираю на ПК. Видеокарта у меня уже есть. И почти половина процессора. По чуть-чуть на стримах собираю. Присоединяйтесь. Спасибо огромное за вашу помощь, поддержку, лайки, добрые слова. Спасибо, ребятки. И пока.